Это похоже гриб из семейства трутовиков линзитес березовый. Сейчас посмотрим гименофор. Ну да, пластинки такие с перекрытиями идут. Линзитес березовый. Пластинки, как мы видим, такого серого цвета, серо-коричневые. Если надавить на них, то получается коричневый цвет отлив. Но гриб влажный. Поэтому. Кстати, целебный гриб тоже. Из него добывают вещество бетулин, который применяют в фармакологии. Фармацевты. Растет на березе, на мертвой древесине. Такой как веерный хвост. Чем-то на траметас разноцветный похож.